Всем доброй ночи, с вами Марета. Сегодня будем смотреть такой расклад. Забыл ли он вас? Забыл ли он вас? Мы можем делать это на бывшего мужчину, да, можем делать на того мужчину просто знакомого, да, с которым вы общались и вот просто перестали общаться, да, то есть... Загадывая мужчину, не обязательно там бывшего, можно того знакомого, которому вы нравились, с которым вы общались, с которым было отношение, да, общение, вот. Что вам надо? Представить этого мужчину. Давайте мы его представим, этого мужчину, поподробнее, да, как бы в красках, так сказать. Ну, у кого как работает. Момент представления, визуализация. Давайте представим мужчину, забыл ли он вас. Забыл ли он вас, да, как бы забыл, отпустил ли, забыл ли он вас. И будем смотреть. Напоминаю, что расклад является общим. За более личная консультация пишите мне отдельно. Ну, у кого не совпадает, можете посмотреть другие расклады, либо же там просто, да, как бы, может, это не ваш день, или не совпала энергия, и так далее. Это общий расклад, и совпадать он с каждым просто невозможно. Это невозможно, да, для этого есть общие расклады. Но я вас не склоняю, я объясняю для тех, кто пишет, что у меня не совпало. Я думаю, что вы понимаете, да, о чем я говорю. Поехали. Забыл ли он меня? Представляю мужчину. Представляем, представили, поехали. Ну, однозначно здесь мужчина не то, что не забыл, но не отпустил. Здесь, скорее всего, у вас с ним были несерьезные отношения, был интим. Мужчина приходил к вам, мужчина общался, мужчина отпустить не может. Мужчина часто вспоминает последние ваши встречи, когда вы были вместе, когда вы общались, а когда вам было хорошо, когда вы были наедине. Именно это он отпустить не может. Но мужчина, скорее всего, не свободен, да, как бы, но сердце у него свободно. Он может жить с какой-то там женой, скорее всего, женат. Но он все равно, у него мысли перевернуты, с ней он несчастлив. Да, конечно, он вас не забыл, вспоминает вас как семью, ему с вами хорошо, он свободен с вами в общении. Может быть, вас сейчас заблокировал, либо отдалился, потому что когда он уезжает, скорее всего, идет блокировка, чтобы кто-то не заметил там из его семьи, либо жены, либо его окружения вас, да? Вот, но он может за вами наблюдать, либо спрашивать информацию о том, как вы поживаете. Вы всегда его маните, для него вы верховная жрица, вы всегда его маните. И здесь человек, в принципе, и не прочь, чтобы вы были его любовницей, но притяжение очень сильное. Может быть, даже, да, какое-то, вот он видит вас, что-то колдовское, он с собой борется, он о вас думает, он вас вспоминает, и это постоянная ежедневная борьба. Ну, как ежедневная, не могу сказать, что каждый день, конечно, вас он вспоминает, да, но здесь идет такая информация о том, что он старается эти мысли, ну, гнать прочь, да, старается как-то, ну, сконцентрироваться на другом. Я так поняла, что этот человек сам по себе, знаете, он такой в теле, да, он как бы не худой. И знаете, здесь как бы он, да нет,
Может быть, религиозный. Кстати, вы ему снитесь. Здесь вы ему снитесь, и он постоянно что-то вы ему сказали такое. И он это держит в голове. Что-то вы ему такое сказали, и он что-то держит в голове. Может, про кого-то сказали, и он это держит в голове. Да, допустим, не может это отпустить. Такое возможно, что вы ему, опа, что-то сказали, да, а отпустить он больше как бы, но это не может. Здесь у него может быть один ребенок, да, но он бы хотел еще второго. Понимаете, вспоминая вас, он вспоминает какое-то детство, которое у него было, да, и у него однозначно есть к вам чувство. Мужчина может выпивать, и он делится с другим мужчиной о вас, каким-то другим мужчиной он делится о вас. Или знаете, как может быть, если вы находитесь, допустим, не в его городе, то есть, да, вы на расстоянии, но какой-то мужчина, его знакомый находится в вашем городе, он может... точнее, его, ну, не заставлять, а как бы вот просить интересоваться, как вы поживаете, чем вы занимаетесь. И этот мужчина ему как бы докладывает, там, позвонил, а тот за чашкой чая начал там, ну, как бы думать о вас. Да, кто-то ему о вас докладывает, видит вас женщиной, которая может многим помочь, денежной женщиной, либо у вас много клиентов, то есть денежной женщиной. Вот, видит вас, да, как бы женщина, которая может многое, вот, да, как бы здесь, знаете, что я хочу сказать еще, но вы его покой как бы нарушили, здесь и ревнует вас, да, да, ревность есть, что-то не так взяла, ревность есть, и он печалится, ему тяжело. И мысли гонит прочь, что вы можете быть с другими мужчинами, то есть он эти мысли прочь гонит, ревность есть, присутствует. Но мужчина такой, знаете, сам по себе палец в рот не клади. Но он, конечно, в печали, ему тяжело. Здесь, скорее всего, да, вы на расстоянии, мужчина резко-то уехал, ушел. И да, он не свободен, это любовный треугольник, вот, конечно. Ваши отношения, они не свободны, ну, он не свободный, и они не узаконенные, они у него узаконенные с другой женщиной, это однозначно, конечно. И я вижу такую информацию, что он может где-то выпивать и о вас говорить, и тяжело, тяжело, тяжело с кем-то делиться о вас. Не забыл. Очень много дорог. Он может работать где-то в сфере вот этой постоянной езды. Может, да, как-то вот грузчики или никак они поставщики, таксисты. Я не знаю, кто у нас еще ездит там. Какие-то дальние рейсы, да. Вот. И либо же он к вам держит эту дорогу, допустим, да. Такое тоже возможно, что к вам он держит дорогу. Я немножко вам предскажу такое будущее, что, возможно, пройдет время, этот мужчина к вам придет, и, знаете, он скажет вам такую фразу: «Да я бы, возможно, хотел бы расстаться с женой, развестись из-за тебя», потому что жену он свою не любит. Ну, ребенок у него есть, дочка, возможно, год-два. Снитесь вы ему часто, снитесь, а прям мысли не дают покоя. Мысли вот прям не дают покоя. Вы ему очень часто снитесь, знаете. И он как изучает вас. Он как вас изучает. Вы ему снитесь, а он вас изучает. И смогли вы его зацепить. Собирает он информацию о вас, собирает. Будет у вас еще встреча. Даже скажу, когда она будет. Пятого, седьмого, тире где-то 15 декабря на Новый год. В Новый год до середины декабря у вас... Нет, до середины декабря у вас будет встреча, он приедет. Он собирает за вас информацию, и когда придет к вам, когда придет к вам, может приревновать, может резко написать вам, что приехал. Знаете, как безумный будет он.
Будет у вас много что узнавать. Этот человек, вот знаете, вы можете спать, он ночью вам позвонит, скажет, что я приехал. В декабре у вас однозначно будет встреча. Но человек начитанный. Кстати, может быть рыба и мистический знак, мистическим знаком зодиака. Может быть, конечно. У него сейчас рушится все. А, я поняла. Смотрите, у него может обрушиться работа, и он может приехать заново работать в ваш город, либо будет хвататься за возможность работать в вашем городе. Не конфликтный. То есть мужчина не конфликтный сам по себе. Так, а это вы выпали? Вот, да, нет. Да, это выпали вы. И он не может вас достать, вы на расстоянии, и его безумно к вам, безумно тянет очень сильно по дьяволу, он хочет быть с вами. Но он опять же, его безумно тянет. Да, как мужчина тянется за этим кристаллом, но опять же, смотрите, он наблюдает. И этот мужчина может быть опасен в гневе. Этот мужчина может быть опасен в гневе, да, он может быть опасен в гневе. Либо придет такой период, когда вы его увидите, допустим, в гневе. Допустим, да. Такое тоже возможно, когда вы его увидите в гневе, такой период придет, когда вы его в гневе увидите, прям реально увидите в гневе. Да, я вижу этот момент. Но он вам что-то предложит. Конечно, однозначно не забыл, даже, возможно, скоро будет письмо, просто письмо. О печали, что он соскучился, что ему тяжело. Однозначно вы видите, да, по этому раскладу, что не забыл. Хорошо. А последние мысли какие были? А вот женщина еще вышла, да. Он говорит, я бы приехал, да только надо другую содержать. И он из-за этого печалится. Просто содержит жену, работает за нее. Там, скорее всего, маленький ребенок, да, присутствует. Ему очень тяжело. Он убитый, разбитый по луне. Он даже может войти в зависимость. Какую вообще? Эмоциональную из-за вас. Встреча будет однозначно. Даже больше карты не буду раскидывать, раскладывать, размазывать, не знаю. Разъяривать, не знаю, как их еще называть. Да, здесь будет однозначно встреча у вас с этим мужчиной. Однозначно не забыл. Тут вышла еще одна женщина, но знаете, это не та женщина, которая ему нужна. О вас он думает. Скорее всего, вы одинаковых знаков зодиака, да? Человек очень прям сильно думает о вас и в последнее время думал, и вы на расстоянии находитесь, да, я скажу, и в декабре обязательно у вас с ним будет встреча, ну это, конечно, да, вот так вот. Дальше еще хотелось бы сделать такое замечание небольшое, да, блядь, ну вот клиентам своим, обожаю вот эти духи, клиентам своим вот этим вот бывшим, какого хуя вы мне пишете, я понять не могу, не хочется материться, конечно, не хотелось бы, да, вот. Но нахера? Сколько тут духов? Просто мало, блядь. А нет, много. Вот. Какого хера вы мне написываете? Какого хера вы мне там названиваете? Цены я подняла. Вот. Не надо наглеть. Я не буду работать по той цене, по которой вы, блядь, хотите. То есть у меня будет та цена, которую буду диктовать я. Если у вас нет возможности мне оплачивать, ну, пожалуйста, тогда... Excuse me, уёбуйте, я не буду с вами общаться. То есть, как бы такого не будет. Мне это нахуй не надо. Если вы решили на халяву все, да, вот бывает, я веду прямые эфиры, и там прям как бы вот пишут: а можно бесплатный, можно там бесплатный вопрос? Бесплатный бесплатит. Потом не удивляйтесь, а почему вы сидите, это додыхаете, да? Потому что бес все забирает. Ничего бесплатного не бывает. Вот так. Я думаю, что я как бы, ну. До вас это донесла. Но если до кого-то это не доносится, ну, значит, как бы
Со мной расклад переносится, да и вообще желательно надолго и вообще все. С наглыми клиентами я буду нагло, буду нахуй всех посылать, и потому что здесь как бы уже в хлам оборзели. Я еще раз повторяю, я не ваши вот эти вот таро, хуяро, хасроевы, хуёевы, таро трансформации, вот эти пидораски всякие, да, которые вводят вас в заблуждение. Как бы я не они, блядь, далеко им до меня еще пиздой своей шуршавой по асфальту бежать. Понятно? Так что, если как бы вы не хотите как бы каких-то, да, вот в свой адрес проклятий, как вы говорите, не выводите меня. Услуга должна быть оплачена. Вы можете там быть в моем эфире, там все, что вот я не запрещаю. Вы можете заходить, смотреть меня, да, как бы я веду YouTube, блоги, да, видео, все выкладываю, как бы человек в каких-то кругах, я известный, да, понятно, что мнение у каждого будет, и его избежать нельзя, и я на него нормально реагирую, на мнение, у каждого человека разное мнение, да, кто-то говорит, там, она охуительная, образно, там, охуительный практик, кто-то говорит, она хуёвая, это мнение каждого человека, мы должны его принимать. Но принимать ваши условия по бесплатному раскладу, что мы там должны вам бесплатно гадать, вы черти вонючие, я не буду. Если кто-то, какие-то гадалки, если можно назвать их гадалками, принимают, блядь, вас, ну, вы попали к шарлатанам, я поздравляю, потому что у настоящих практиков нету бесплатных вопросов. Ну, я думаю, что я объяснила. Будьте все здоровы, ну, нормальные люди, будьте здоровы. Ненормальные долбоёбки, земля вам стекловатой, нима, свободны.